Ревет, друзья. Михаил Зеленский неожиданно умер во время отпуска в экзотической стране. Пока поклонники гадали, что же произошло с телеведущим, журналисты выяснили предварительную причину трагедии. 46-летний Михаил Зеленский скончался в Доминикане. По информации СМИ, у него случился инсульт. Ведущего экстренно доставили в одну из местных клиник. Но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Около 23:00 по московскому времени Зеленского не стало. В момент приступа рядом с Михаилом находилась его супруга Мила Рубинчик. Влюбленные давно планировали провести совместный отпуск, даже не предполагая, какой трагедией он закончится. Сейчас близкие Зеленского решают вопрос с транспортировкой тела в Москву. Соболезнования семьи Зеленского уже принесли не только его коллеги, но и многочисленные поклонники. Какой кошмар! Такой талантливый человек ушел. В один миг не стало прекрасного журналиста. Михаил, мы будем вас помнить. Не верится, что это правда. С последней супругой журналист успел прожить вместе только около 3 лет. Журналист и телеведущий Михаил Зеленский, который накануне умер от инсульта во время отдыха в Доминикане, был женат 3 раза. В первый раз он женился на своей однокласснице, с которой сидел за одной партой. Брак продлился всего с 2003 по 2007 год. Зашедшие в тупик отношения в итоге привели к разводу. В 2008 году Михаил Зеленский женился на фигуристке Елене Грушиной, которая подарила ведущему в конце 2008 года дочь Софью, а в 2012 – Полину. Почему супруги расстались в 2014 году, неизвестно, ведь с виду Елена и Михаил были счастливы. В 3-й раз журналист женился недавно, в 2018 году. Его избранницей стала психолог Мила Рубинчик. Детей в этом браке не было, хотя пара, как говорят их коллеги, и мечтала об общем ребенке. Последняя супруга была младше Михаила Зеленского на 7 лет. Напомним, журналист много лет работал на телеканале «Россия-1», где вел программу «Вести Москва». Также он был первым ведущим шоу «Прямой эфир», но в 2013-м уступил место Борису Корчевникову. В последние годы жизни Михаил работал на канале «Культура», где вел передачу «Билет в большой». Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.